Здравствуйте, приглашаем вас в Мадрид на стадион. В прошлом году команды также встречались в матче чемпионата, но на поле Севильи, и тогда со счетом 2-1 победила команда Хорхе Симпаули. И вот теперь слева Кристиану Роналду, конечно же, представляют очередной свой золотой мяч перед началом этого поединка. В центре обороны у Севильи Самин Кер 4-й, команда Англия 5-й. Гвидо Писарро 14-й, Эвертон Омега 10-й в опорной зоне. Линия атакующих полузащитников Хесус Навас 16-й, Франко Васкес 22-й и Налита 24-й. И впереди Луис Мурьель под 20-м номером. Да, у Реала сегодня не хватает трех ключевых исполнителей из-за дисквалификации, поэтому, что-то неожиданный.